С самого дебюта встречи «Спарта» НК «Енисей» у хозяек площадки возникли проблемы. Видновский коллектив то и дело терял мяч на подступах к кольцу гостей. Однако слаженная игра в обороне не позволила соперницам из Красноярска в полном объеме реализовать голевые моменты. На протяжении большей части стартового периода «Енисей» вел и по счету, и по игре. Но уже в конце первой четверти матча у хозяек площадки все же образовалось незначительное преимущество в 6 очков. Та разница в очках складывается из нашей качественной работы в защите, в первую очередь. Все остальное, несмотря на небольшой процент попаданий, мы забили именно такие рабочие мячи. Это в проходе, с фолом, на доигровках, то есть такие силовые вещи заработанные. Вот, ничего случайного не было на площадке. И вообще, как бы, разница, я не думаю, что очень большая. Она ничего не значит. Будем смотреть по итогу самого матча. Во втором периоде расклад сил несколько изменился. Видновский коллектив увереннее атаковал и ушел в отрыв еще на 12 очков. В игре двух равных команд даже преимущество в 18 баллов перед большим перерывом не имеет значимого веса. Болельщики итогами первой половины игры остались довольны. Сегодня есть игра, командная игра. И наконец-то девчонки берут на себя инициативу. И достаточно смело бросают. Не как раньше старались на кого-то другого пихнуть, а уже сами на себя берут и довольно смело играют. Это зрелище в любом случае, антураж, болельщики. Так что все отлично. Тем более за вторую команду, за «Енисей» играют две девчонки, которые у нас здесь играли. Здесь все наши. У «Спарта» НК в игровом составе было сразу две именинницы. Дарья Колосовская и Дженнифер Анил в общий для них день рождения смогли проявить себя на площадке. Особенно красочно получилось у американской разыгрывающей. Во второй половине игры инициативу перехватили гости. «Енисей» в третьей четверти смог отыграть 11 очков, но в заключительном периоде исход противостояния был неясен до финальной сирены. Коллектив из Красноярска забил больше в последней десятиминутке. Однако по итогу матча победу одержали баскетболистки видновской команды со счетом 81-77. В турнире за пятое место «Спарта» НК по статистике имеет лучший ход среди всех участниц первенства, одержав 6 побед и проиграв всего лишь однажды. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.